Но все-таки это лирика. Та-та-да-ра-та-та-та. В темпе даже. Та-та-та-та-та. Марш, убирай. Первая встреча, первая репетиция. Известная российская пианистка из Москвы Анастасия Гамалеева-Воскресенская и Пензенский оркестр губернаторской симфонической капеллы под управлением Вячеслава Филипенкова сегодня только познакомились. А уже завтра, 24 ноября, в Большом зале филармонии должны сыграть так, как будто знают друг друга достаточно. Иначе нельзя. Их объединил сам Моцарт. Такого Моцарта пензенцы еще не слышали. Публику тоже ждет череда приятных знакомств. Два концерта для фортепиано с оркестром, а также музыка к драме «Тамос. Царь Египта» в Пензе еще не исполнялись. Дело в том, что программа, на мой взгляд, очень здорово получилась подобрать ее, потому что Анастасия сыграет два концерта, которые действительно являются шедеврами фортепиано, и не только фортепиано, а еще и классической музыки, с их просто гениальными вторыми частями. Вот. А в противовес оркестр сыграет совершенно редко исполняемый. Я даже не уверен, что в России оно... Ну, наверное, как-то исполняется когда-то, но это очень редко. Мы уж про пенсию не говорим, что в пенсии это будет просто премьера. Это музыка к драме «Тамос. Царь Египта». Это произведение единственное, которое Моцарт написал для драматического театра. Моцарт эту музыку очень любил, но, к сожалению, из-за того, что спектакль был не очень удачный, сам себе премьеры, в общем-то, было мало и сразу сошла со сцены. И поэтому Моцарт очень переживал, что эта музыка, он даже писал в письме отцу, что могли бы ради такой музыки хотя бы спектакль ставить. Вот с этой премьерой пензенцев мы познакомим, и мне кажется, это будет очень интересный проект. Такой эксклюзивный для пензенской публики материал предложил сама Анастасия. Лауреат международных конкурсов, выпускница, а ныне преподаватель Московской консерватории, дочь известных музыкантов, именитого виолончелиста Александра Князева, внучка народного артиста РСФСР Михаила Воскресенского, к Моцарту питает особую любовь. Вы знаете, музыка Моцарта для меня чрезвычайно близка. Я считаю, что это один из величайших композиторов и наиболее любимых моих композиторов. Вот. И я думаю, что его музыка очень короткий путь имеет к душам и сердцам людей. Поэтому я выбрала эту программу. Гениальные медленные вторые части и вообще все концерты – это вершина его творчества. Слышать музыку великого Моцарта на пензенской сцене вы можете уже 24 ноября в Большом зале филармонии. Начало концерта в 17 часов. Спешите за билетами.